ардақты қауым, бүгін тікелей эфир барысында жылыту маусымы мәселелері бойынша мамандардың жауабын тыңдайтын боламыз. Студия қонақтары тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы Мәди Асқарұлы Зайкен. Сонымен қатар тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Серік Жақсылығұлы Уахит. Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылу желілерінің директоры Юрий Александрович Ламаш. Тікелей эфир номері 34-80-70. Здравствуйте, уважаемые телезрители, подписчики инстаграм страницы Екібастұз Лайв. Тема сегодняшнего эфира по вопросам отопительного сезона. Интересующие вопросы вы можете задать, позвонив в нашу студию по номеру 34-80-70 или оставив в комментариях на странице Екібастұз Лайв. На ваши вопросы будут отвечать главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мәди Асқарович Зайкен, руководитель отдела жилищной инспекции Серік Жақсылығович Уахит, а также директор тепловых сетей ТО «Екібастұз Теплоэнерго» Юрий Александрович Ламаш. Какова подготовка города к отопительному сезону? Первый вопрос, наверное, отделу ЖКХ. Подготовка среди частного сектора у нас очень слабая. У нас в городе имеется 5955 домов. Из них готовится где-то, наверное, 3-4%. Мәди Асқарович, я попрошу вас погромче отвечать, хорошо, на вопросы? Можно поближе. Угу. Сколько домов уже сегодня, на сегодняшний день подключили? Подключено где-то 6 домов. Нет, извините, поправлю вас. На данный момент у нас по частному сектору в этом году получили акты готовности всего 6 домов. На сегодняшний день у нас подключено более 50% частного жилья. Около 3000 домов. Но обратно отключение идет самовольно, потом приводит это повреждение на сетях, так как запускается неправильно. Людей просим чуть-чуть терпения, и тепловые сети будут запускать самостоятельно в нормальном режиме. Хочу дополнить, у нас частный сектор начинает самовольно запуск тепла, что приводит у нас с гидроударом, что приводит к дополнительным у нас повреждениям, что приводит к затоплению своих ближайших соседей и так далее. Убедительная просьба частному сектору не запускаться самовольно, дождаться, согласно постановлению акимата с 27 числа. Сегодня мы уже производим запуск. Вопрос здесь задают подписчики. Почему очень слабая подготовка? Где вы раньше были? Зачитываю буквально. Ну, слабой подготовки у нас погромче, нету. Погромче, пожалуйста. Слабой подготовки у нас нету. Все идет в порядке очереди. Опять же, делаю уклон на то, что, допустим, мы у нас по постановлению акимата с 20 числа у нас социальные объекты, с 27 числа у нас МЖД, ой, с 23 числа, извините, поправлюсь, у нас МЖД, с 27 числа у нас частный сектор. Нам большой уклон пришлось сделать на частный сектор, потому что они с 20 числа начали самопроизвольный запуск. Это привело к очень большим повреждениям. В данный момент у нас больше 107 повреждений на сетях. Я попрошу здесь подписчика Казбек 1903-2015. Сколько ждать? Дубак везде, все болеют кругом. Уточните, Казбек, уточните, пожалуйста, свой адрес. Айгерим Балташева задает вопрос, когда дадут отопление в районе Автобазовская? Ну, в районе Автобазовская у нас к ним отдельное, можно так сказать, отношение. В этом году, так же, как и в прошлом году, мы на ЦТП Автобазовской установили 2 насоса. Сейчас Горэлектросеть туда проведет электроэнергию. В среду они уже подключат насосы, в принципе, в среду и запустим. 10-й Северный, когда дадут отопление, тоже задают вопрос. Фэмили 21, 18.30. Абая 91. В общем, сейчас, я думаю, пойдут вопросы от подписчиков. Каждый будет называть свои адреса, где нет отопления на сегодняшний день. В данный момент Екібастұз Теплоэнерго совместно с представителями акимата, именно ОЖКХ и отдел жилищной инспекции готовят список по проблемным домам.
а именно как, на которых сейчас находятся повреждения, которые мы не можем запустить, этот список будет опубликован. Абая 91А. Тоже когда дадут тепло? То же самое. Энергетика 36А. Отопления нет, вода теплая. Горняков 119А. Нет отопления. В Кибастузе добавляется жилой массив. Вся работа лежит на ТЭЦ. Она выдержит? Задают вопрос. Томка. Юрий Александрович, наверное. В данный момент Экибастуз Теплоэнерго совместно с акиматом города прорабатывается проект, а именно строительство новой тепломагистрали, а именно 14-1, а также реконструкция магистрали с увеличением диаметром 5-й магистрали, 8-й магистрали и 12-й магистрали. Это все запланировано с 23 по 25 годы. Соответственно, у нас помимо того, что мы дадим дополнительные гигакалории в город, увеличим мощность, соответственно, у нас еще и откроются красные зоны. В нашу студию дозвонились. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Бухажирал, 291А, нет тепла, и рядом дома тоже. Спасибо. На данном адресе у нас повреждения, еще раз скажу, список подключения проблемных домов, а именно, где находятся повреждения, мы опубликуем. Почему в этом году отопление в частном секторе в последнюю очередь? Задают вопрос. Это понятно. Вообще ежегодно подключались. Сначала у нас были соцобъекты, потом были МЖД, потом частный сектор. Это в прошлом году у нас был, можно так сказать, как эксперимент, мы частный сектор подключали в первую очередь, чем МЖД. Но мы столкнулись с такими проблемами, потому что мы до декабря месяца потом гидравлику не могли наладить. Потому что частный сектор у нас в основном находится в голове. И очень проблематично, потому что у людей стоят насосы. Да, можете добавить серебро. Ну, хотелось добавить, что у нас, как вот Юрий Александрович сказал, что у нас отопительный сезон на многоэтажных жилых домов начался с 23 сентября текущего года. Необходимо понимать, что выполнить одномоментный запуск тепла на все 679 многоэтажных жилых домов это физически невозможно. Однако многие потребители, это в основном частный сектор, некоторые дома МЖД, которые не готовятся к отопительному сезону, запускаются самовольно, беспорядочно, раньше указанного срока. В связи с чем идет большой расход тепловой энергии, повреждений и снижение параметров на тепловых сетях. Вот в настоящее время запуск теплоснабжения осуществлен на 418 многоэтажных жилых домах. Работы по скорейшему запуску тепла на оставшиеся 264 многоэтажных жилых домов продолжаются. Также хотел бы отметить, что по дефектам, выявленных на тепловых сетях при запуске МЖД, то Кибастуз-Теплоэнерго составлен график совместно с нами по устранению данных повреждений. В настоящее время работы по подключению теплоснабжения многоэтажных жилых домов продолжаются и находятся на ежедневном контроле. Все вопросы мы совместно отрабатываем с тепловыми сетями. В нашу студию дозвонились. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Слушай, у нас энергетика 36, тепла нет и горячей воды нету. В настоящее время на энергетиках 36 имеется повреждение на теплосети. Сейчас, как вот Юрий Александрович сказал, что нами сейчас оставляется график устранения повреждений на многоэтажных жилых домах. Ваш дом в течение недели будет устранен. А энергетические сети там теплозавели, но батарея теплая или теплая? 75. Я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что сейчас в связи с множественными повреждениями у нас идет большая подпитка. А именно порядком около 500 тонн в час сетевой воды. Если мы сейчас будем давать большие параметры, а именно температуру, расход и так далее, что у нас просто ТЭЦ не выдержит. В первую очередь нам сейчас надо устранить повреждения, потом уже дадим параметры.
и запустим все оставшиеся дома. Беркимбаева, 96, когда будет отопление, 26 микрорайон, улица Блока, когда дадут тепло? Ну, в принципе, то же самое. Список один опубликуемый. Список опубликуете, да? Завтра уже будет, да, список опубликован по очередному включению домов. Очень много домов. Энергетика 83 также. Есть такой. Тоже, да? Есть такой на контроле дома. Сапаева, 28, когда дадут тепло? То же самое, повреждение. Энергетика 36, говорили уже. Машкур Шасупа, 135, когда дадут отопление, то же самое, да? Да, да. Также имеется повреждение, да. Сейчас у нас, уважаемые жители, как только что сказали, что у нас сейчас составляется список домов поврежденных, и постараемся в ближайшее время и всех запустить. Иришка, 87, задает вопрос, почему подняли цену Экибастузэнерго с июля месяца? Наоборот, могу поправить, конечно, это вопрос энергосбыта, но подскажу, да, у нас цена для юрлиц и для физических лиц с сентября месяца по тарифу за тепло снижена. Маншук Маметова, 69, первый юго-западный проезд, когда дадут тепло? То же самое повреждение. Машкур Шасупа, 30, нет отопления. Десятый Северный, скажите приблизительно хотя бы, или все-таки стоит покупать сегодня нагреватель? Частный сектор сегодня начаты, работы по запуску. Уважаемые жители Экибастуза, по поводу подключения к теплу, завтра будет опубликован список. Королёва, 88, очень слабое отопление. Маншук Маметова, 78, новый дом, нет тепла. Батареи еле-еле теплые, большинство квартир холодные. Когда приступят к ремонту повреждений, задает вопрос Марина. Уже ведутся работы. Работы уже ведутся, да? Ежедневно. Усиленно на ежедневно, можно сказать. Когда завершатся? Примерно хотя бы. Людей это интересует. Завершатся что? Ремонт работы все. Повреждения. Именно по подключению? Да. Именно по подключению, да? Частного и НЖД, да? Да. Сейчас на МЖД не ранее 10 октября. Почему нет тепла? Улица Королева, 72/1. Жвек Жова, дом 1. Сидим без отопления. Когда дадут отопление и горячую воду на Дюсимбаева? Там и горячей воды нет. Дюсимбаева сколько? Просто написали Дюсимбаева, не уточнили. Уточните, пожалуйста, номера, уважаемые подписчики. Машкур Шасупа, 135, нет тепла, дома холодно. Повреждения. Повреждения, да? Угу. Ну вот у всех один и тот же вопрос, сколько дней примерно ждать? Ну, до 10 октября. До 10 октября весь город будет запущен, да. И частный сектор, и многоквартирный, да, комплекс, да? Да, да. По поводу возврата денег с Павлодарэнерго, почему нельзя просто вернуть деньги без всяких заявлений? Что ответите, Юрий Александрович? Ну, я являюсь представителем энергопередающей компании, конечно. Нет, ну куда можно обратиться с этим вопросом? С этим вопросом могу объяснить даже, да? Куда? Обратить там. Без заявления? Ну, везде, куда мы обращаемся, допустим, даже в тот же ЦОН идем, в любую организацию, да, для какой-то выдачи бумажки мы всегда пишем заявление, правильно? Даже когда мы идем в отпуск или идем в отгул, мы всегда пишем бумагу. Соответственно, даже для возврата денег, а именно это же деньги, это же не простая бумажка, правильно? Обязательно надо написать заявление. Подскажите, пожалуйста, по какой причине в городе разница в температуре обогрева? По Матросова 9 батареи всегда теплые, а в соседних домах горячие, не притронутся. Сейчас, после запуска города будет производиться наладка. Горняков 119А, сказали, что отопление запустили на прошлой неделе, но все равно батареи холодные. После запуска города, повторюсь еще раз, будет производиться наладка. Ну, все вопросы я обязательно должна зачитать, чтобы наши подписчики видели, что обратная связь есть.
Почему говорят, что включили отопление Сапаева 28, но нет, батареи холодные? Сапаева 28. Сапаева 28. А кто говорит, что он подключен? Ну вот, почему говорят, что включили отопление, но нет, батареи холодные? Кто говорит? Значит, еще не запустили? Мы лично не говорили. Кто говорит? На Шанхае. Это было обследовано. Сапаева 28. Угу. Берете на контроль, да? Да, возьмем на контроль, обследуем. На Шанхае очень холодно. 14-й южный, когда дадут тепло. Первый юго-западный не запускались. Мы самовольно. Однако отопления так и нет. Вот из-за таких самовольщиков потом другие улицы у нас страдают. Вчера что-то пытались, говорят, работники починить, но ВОЗ и ныне там. Там из какой? Первый юго-западный. Наша студия дозвонилась. Первый юго-западный? Да, да. Нет, 23-й микрорайон. Там уже работы ведутся самими жителями, так как по этой улице идут дорожные работы по асфальтированию. Там вопрос был теплосети чуть-чуть перенести. Ну, это вопрос решаемый, в принципе, совместно с теплосетью Теплоэнерго. Согласованные работы ведутся самими жителями, так как тепловые сети сейчас заняты запуском города. Ну, это согласовано. Ну, и сети, еще раз хочу дополнить, что сети находятся на уличном комитете. Пожалуйста, погромче, да, потому что здесь подписчики тоже говорят, что ничего не слышно. По первому юго-западному объясню, там идет, реконструкция асфальтобетонного покрытия. Вот. И, там сети потребителей, которые находятся на уличном комитете, как раз находятся в зоне этого покрытия асфальтобетонного. Вот. В данный момент сейчас его жители сами переносят. Маншук Мамедов 69. Был запуск в срок, но что-то пошло не так, и батареи до сих пор холодные. Там повреждения на контроле. Угу. На 4-м районе нет отопления и горячей воды. Хотелось бы узнать, когда. То же самое. На контроле там повреждения. На контроле там повреждения, да. Погромче, пожалуйста, хорошо? На контроле там повреждения. Угу. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вот про юго-западную говорили, вот сейчас все... Северный. Сделайте, пожалуйста, потише телевизор и говорите в трубку. Вот смотрите, про юго-западную сказали, рассветная. Вот если бы вы видели меня в экране, да, как я сижу в валенках, в платке, в этом шубе сижу, это что? Это частные дома, которые мы живем на земле, которые в первую очередь подключать надо. Угу. Рассветная, да, улица? Рассветная, да. Вся улица у нас без отопления. Все перезваниваются. И в Акимат звонили и сказали, что якобы нас подключат 16 числа. Да мы здесь отопление все. 16? Нет, кто такую сказал? Такого никто не говорил. Ну, 16 числа такую цифру никто не озвучивал. Рассветная улица. Ну как это не озвучивали, когда соседи звонили, зам Акимата сказал, 16 числа будет отопление. Какого 16? Октября? Да. Не может такого. У нас город, а теперь послушайте, 20. Пожалуйста, ответ. Да. Кто ответит? Частный сектор у нас сегодня начали запуск по частному сектору. Ну, Рассветная улица. Я вам обещаю, что вас сегодня ночью запустят. Ночью запустят. Горняков, кстати. Давайте еще одну. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. В прямом эфире. По энергостроителей 9, бывший академик Мартинова. С теплом когда будет, а? Я не знаю. Тут дети болеют, мерзнем соседи, суета, крыска бегаем, там отзывается. Здравствуйте, здравствуйте, подскажите еще раз энергостроителей. 9, да? Нынешняя Мартинова. Ну, у нас, видите, весь дом, у кого-то стоят по другой стороне, у кого-то, разное это, тепло. Когда достоверно дадут полноценное тепло?
Ваш вопрос ясен? Слушайте ответа. По Марденова, там у нас опять же, повторюсь, повреждения в проколе. Завтра список опубликуем. Горняков, 119А. То же самое. В нашей студии еще есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте свой вопрос в прямом эфире. Алло, подскажите, пожалуйста, а почему в подъездах по улице Энергетика 71-67 батареи кипяток, а в квартирах есть ТКТ? Проблемы в доме. Сразу это надо наладочную работу проводить внутри дома. Наладку. Совместно с КСК надо провести наладку. Если вы говорите, в подъезде у вас горячо, в доме холодно, то нужна проблема внутри дома. А как подъезде на КСК? Ну а ты что тут? Ладно, вы один дома, тут несколько домов, понимаете? Ну, и такая же проблема везде. Да, во всех домах такая же проблема. Нужно обратиться в КСК, да? Это какой адрес там? Энергия 71-70. Алло, здравствуйте. Я проверю. Алло, здравствуйте. Задавайте. Вот, Ребята, скажите, пожалуйста, меня интересует улица Александра Блока. На улице безумно холодно. Родители дома сидят, вот как был предыдущий звонок в эфир. Женщина чуть ли не со слезами на глазах рассказывала о том, как очень тяжело отопить частный дом. Я думаю, из всех сидящих в студии все это прекрасно понимают. То есть бегать с обогревателем из комнаты в комнату – это безумно тяжело, и в конце месяца это безумно дорого. Я не понимаю, почему частный сектор не запускается в первую очередь. Наверняка из присутствующих есть люди, которые живут в частных домах, и знают, что это такое, в такую погоду находиться в доме холодном. Объясните мне, пожалуйста, почему на улице Александра Блока до сих пор там ни порывов никаких нет, там ни ремонтных работ вокруг нигде не ведутся, до сих пор нет отопления. И когда вы вообще планируете? Спасибо, вопрос ясен. Вопрос ясен. Ну, начнем с того, с подготовки частного сектора. А именно, по частному сектору в этом году всего 6 домов получили акты готовности. Это говорит о промывке, о прессовке, о наладке. Это первое. Второе. Исходя из прошлого года, почему? Потому что у нас частный сектор находится в голове, а именно возле ТЭЦ в основном. Запуск производят они самовольно, соответственно. Мы не можем потом произвести наладку МЖД. И концов города, хвосты именно города. Это очень проблематично. Следующий вопрос. Почему бесконечно роют улицу Энергетика в районе роддома? Трасса по улице Энергетиков введена в эксплуатацию в 64 году. Соответственно, она уже просто износ 100%. Почему работы по подготовке к отопительному сезону начинаются в конце лета, судя по вырытым ямам? Это не подготовка? Это не подготовка. У нас, допустим, ежегодно же проходят и весной, и осенью гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Здравствуйте, помогите нам, пожалуйста, дом Энергетика 46 в отоплении. Во всех 6 подъездах в шахматном порядке, еле теплые батареи. КСК наша говорит, что это дело в ПТС, типа подача есть горячая, а обратка холодная и нет давления. ПТС ничего не делают, как нам быть, куда обращаться, чья это вина? Дома холодно, дома дети все болеют. По данному адресу приедем, разберемся. Энергетика 46, да? Взяли на контроль. Да. Энергетик 75, точно так же. Слабое отопление в одной комнате. В одной комнате? Да. Это проблема в доме? Проблема в доме. Нужно провести наладочную работу внутри дома самого. Уважаемые подписчики, телезрители, я напоминаю, телефон прямого эфира 348070. Телеэфир номер S6NG. Утстерк 6NG. Это с Хаварласензе. В нашу студию дозвонились. Алло, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы сбросили трубку, я не
услышала ответ на свой вопрос. А какой? По улице Александра Блока. Ну. Когда вообще планируется запускать отопление? По частному сектору, да? Да, Александр Блока. Я вам объясняю, что там никаких ремонтных работ в округе не ведется. Никаких раскопок, телекопов там и так далее и тому подобное. Но до сих пор там ничего не запустил. Вы мне объясните, пожалуйста, почему? Сегодня и когда вы планируете сами подключать отопление? Сегодня в ночь запустим отопление. И потом, по поводу того, что вы говорите, что частный сектор подключается самовольно. Самовольно. Вы открыли Америку для себя, что ли? За сколько лет так происходит постоянно? Ну, знаете, мы даже Вот то, что вы говорите, что вы типа 106 домов всего получили авиакты. Я вас умоляю, это тоже ни для кого не открытие. Там тепло, как ну и тоже. А вы вот ссылаете с самого начала эфира, вы ссылаетесь только на то, что отопления в городе нет, потому как. Мы не против, если частный сектор будет запускаться самовольно. Здесь проблем нет никаких. Если бы они умели это правильно делать, а то начинает открывать и подать, и под. Что такое? Каждый год у вас одна и та же сказка, одна и та же проблема изменяет в жизни. Я сама проживаю в частном секторе, и я вам могу рассказать, как это безумно холодно в доме. То есть дело обогреть одним обогревателем в квартиру, а когда с этим обогревателем 100 квадратов делаешь, это совсем другое. Спасибо большое за ответ. Ничего не запустит, вы сказали. Так, вопросов. Еще дозвонились в нашу студию. Алло, здравствуйте. Сбросили. Почему слабое отопление? Ну вот одни и те же вопросы. Машхуржи Суба. В одной комнате есть отопление, в остальных нет. Я не уточняю, как лучше. Наладка в доме. Вообще, куда можно обращаться, если есть какие-то проблемы? В КСК, да? Если есть такие проблемы, а именно, как вот сейчас обращаются, допустим, да, в одной комнате тепло, в другой комнате холодно, это нужно обращаться в КСК. Так, следующий вопрос. Улица Кеншлер, 16. Угу. Такая же проблема. Нет. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. По поводу Гоголя 27. Подскажите, пожалуйста, у нас в 13-й школе Карлава труба. Это производство с 1997 года, с тех пор, как я проживаю. Ни разу не была заменена даже труба. Каждый год у нас зимой одно и то же. Школа 17 без отопления, Гоголя 27 без отопления и горячей воды. Когда эта неполадка будет устраняться? Я смотрю, вот абсолютно все под контролем, только ваш контроль никак не шевелится. Какой там адрес? Адрес уточните еще раз. Гоголя 27. Хорошо. Гоголя 27. Вы знаете постоянно. И постоянно пробивает эта труба. Зимой у нас всегда здесь окоток. У нас до сих пор вот 3 дня у нас здесь опорыв. У нас здесь эта вода уже в подвале скоро будет. У нас здесь все затоплено. Никто не останавливает эту воду. Когда это будет? Что это такое вообще? Когда она начнется шевелиться? Здравствуйте, руководитель жилищной инспекции, Владимир Терезович. Мы же ваш вопрос выслушали, возьмем его на контроль. Сегодня сейчас мы проедемся, посмотрим, и сегодня они перекроют. Хотя бы время на чем-нибудь заняться. Хорошо? Но это 97-го, я в этом доме проживала, 97-го года. И это не шевелится, каждый год. Вы сказали, Гоголя 27 на адрес, да? Да, Гоголя 27. Все, мы записали. Ваш адрес записали. Спасибо за обращение. Гаврюшина 71, когда дадут. Павлова, трубы не сделаны. Что ответите по этим адресам? Павлова, это именно Карагандинская Павлова. В этом году мы там производили капитальный ремонт, потому что у нас были проблемы с отоплением конечных потребителей, а именно слабое тепло. В этом году мы там увеличили диаметр трубы. Ну, там после запуска города мы продолжим. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я живу на Восьмую Зубра, 46. У нас нет горячей воды. Почему ей нет? Я не могу понять. Мы уже задавали, математики везде задавали, ей нету. Горячей воды нет. Уже не отопление, спрашивают. Ну, проведем обследование. Маршрут СУПа 46. Маршрут СУПа 46. Мы в вашем доме именно проводили собрание в начале сентября. Есть вероятность есть, что когда у вас в основном в ваших домах установлены индивидуальные бойлера, то есть эти обогреватели, водонагреватели. Вот. Сейчас ваш председатель КСК проводит обход каждой квартиры по выявлению причины. То есть есть предположение, что бойлер неправильно установили. Водонагреватель. Вот. Закольцовка происходит у вас. Сейчас председатель КСК занимается по вашему вопросу. А так выход с ЦТП, температура соответствует норме. 70 градусов. Дорогой вопрос. Жбик желтый, порыв не устраняется. Когда ждать отопления? Жбик желтый, улица. Потом успеешь. Юрий Александрович, да-да. Жбик желтый, порыв не устраняется. Когда ждать отопления? Жбик желтый? Угу. Контроль возьмем. Королев 72/1. Маншук Мамедова 78. Не ответили по Маншук Мамедовой, жалуются. По Маншук Мамедову там повреждения? Погромче, пожалуйста. По Маншук Мамедову там повреждения, я еще раз повторю, список подключения домов, а именно где есть повреждения, будет опубликован завтра. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Машкур Шусупа 126, дом, нет отопления, очень холодно. И там идет всегда еле теплая вода, нет никогда горячей. 126, да? Да, Машков Штупа 126. Ну, там спасибо. Опять же по причине повреждения насчет горячей воды разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне уже 53 года. Я здесь вернусь, иди в отсюда, да? Ну так, вам хочу быть. Звонок оборвался. Беркимбаева 99, нету отопления. Когда устраните порыв 17-й школы, с 97 года одно и то же. Неужели нет средств заменить эту старую трубу? Сколько можно? Ну, это о том, о чем то, что звонил потребитель. Угу. Что вы ответили? Так, это у нас по Гоголя, да, получается? Да. Гоголя 27, да? Проедем, обследуем, посмотрим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. У вас Штука 64. И Садпаева 37, это 6 новых домов. Нет отопления и нет КСК. Садпаева 37. Нет отопления, нет КСК. Куда им обращаться? Ну, здравствуйте. Садпаева 37. По 6 этим 9-этажным многоэтажным домам. В настоящее время эти дома государственные же, да? Правильно же, да? Да. Сейчас в настоящее время отдел финансов Акимата города Кивасута проводит тендер, конкурс на то, чтобы КСК вышла какой-нибудь по конкурсу. То есть конкурс проводится сейчас. Вы знаете об этом КСК, что проводится тендер, говорилось еще летом. И до сих пор вопрос открытый. По моей информации это так вот, сейчас проводится конкурс. А по СУПа 64? Можете обратиться в отдел финансов непосредственно по этому вопросу. Как еще раз? Можете обратиться в отдел финансов Акимата города Кивасуза, энергетика 62. А ЖУСУПа 64. А там что у вас? Тоже нет КСК и отопления. Насчет КСК, давайте я сейчас запишу вопрос, и по поводу отопления тоже мы проедем, посмотрим, почему у вас нет. Хорошо, у вас дом самостоятельный спасибо. Может, да? Да, спасибо. Самостоятельный, да, ваш дом? ЖУСУПа 64, ваш дом да. Самостоятельный? Да, самостоятельный. Алло. Да, КСК. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотели уточнить, почему нет отопления по Мухтарова
165 и 165А. И нет горячей воды. Бойлер только что деньги собирали, вроде бы сделали. КСК вообще ничего не делает. 165, 165А. А у Лизова? Там повреждения. Мадана Уманова, у вас повреждения имеются. Этих сварщиков сделали вроде бы этот бойлер. Там порывы были вроде тоже сами устранили, вот 23-го, 24-го собрали деньги. Но батареи ледяные. Где-то же, там соседи, через одну. Повреждения там, да? Да нету там никаких повреждений, разберусь, я проведу. Ответьте, пожалуйста. Проедемся, разберемся. Сегодня проедем, разберемся. Хорошо, будем ждать. Момшилу 30, где тепло? 14 Южный, когда дадут тепло? Маншук Мамедова 78, нет тепла и горячей воды. Там повреждения. На Маншук Мамедова 78 повреждения, да? Да, это вопрос-ответ, который сразу стоит. Момшилу 30. Повреждения, да? Повреждения. Да. Момшилу 30, повреждения. 14 Южный. Частный сектор. Повреждения. 14 Южный. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это прямая линия, да? Да, задавайте свой вопрос. Мне, пожалуйста, мой вопрос такой. Я житель улицы Богибай Батыра, 22. А у нас Богибай Батыра, здесь три улицы идет. И Богибай Батыра 21 улица, 21 до 22 дома у нас вот каждый год прорывает трубу. Она стоит на балансе на ТЭЦе. Приезжает, что-то их забивает, уезжает, никогда. В этом году начали делать дорогу начали, и вообще там пол трубы засыпали. Там метров где-то, 70 метров, вот заменить трубу. А все равно мы сами заменили, и теперь у нас нет денег заменить вот эти трубы. А сейчас стоит она на балансе у вас. Просим, мы все сделаем, обещаем, и ничего нет. Вот уже 10 лет мы, как это. И с Акимата приезжали, и со всего приезжали, это нет. И теперь в этом году опять вот это вот. Багинбай Батыр. Приведите меры, пожалуйста, такое дело. 22А. Вы там дорогу будете? Багинбай Батыр 21. Это вот есть труба, да. На улице найдет труба. На другой Багинбай. На другой улице, да? Не на 22. Подскажите, пожалуйста, в этом году у вас дорогу там ложили, новый асфальт? В этом году ложат. Сейчас они ложат дорогу, да. В этом году сейчас они хотят вот эту улицу Баяновскую хотят сделать. Асфальт не ложат. Ну, как же вы, они взяли. Не по вашей улице же дорогу делают. Соседние улицы, правильно? По нашей, нет, по Баяновской. Ну, она, труба идет. Труба у нас идет на 21-го дома, к нам идет. Не знаю, проедем, посмотрим. К нам она идет, она по трассе потечет. Протерет, это трасса. После эфира проедем, посмотрим. Да, Багибай Батыра 21, половина трубы засыпана. И она грудь старая уже. После окончания эфира по вашему адресу проедут специалисты. Ну и этот, подскажите, пожалуйста, остальные трубы мы заменили, все, остальную трассу мы сами заменили, покупали трубы. Теперь вот это осталось, там сотка труба. Надо выехать посмотреть. Выехать посмотреть надо еще раз. Ну посмотрите, вот посмотрите, там засыпано. Хорошо, примите меры, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это прямой эфир, да? Да, задавайте вопрос. Энергетиков 40, нет отопления и нет горячей воды почти постоянно. Постоянно как? В течение года? Ежегодно у вас? Или да, как? Еле живая, еле теплая вода, понимаете? Ежегодно, да? Да, постоянно. Мы жалуемся иногда, когда жалоб более-менее делается, чего-то снова. Сейчас было холодно, вообще невыносимо. Вот сейчас по энергетике 40 повреждений есть у тепловых сетей. Они в течение 5 дней устраняют, потому что по городу много повреждений. И запустят вас. По отоплению. По отоплению, да. По горячей воде будем тоже проверим, проедем, посмотрим. Хорошо? Здорово, там получится технический труп. Там разбор. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, девушка, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, энергетика 116, 4 корпуса и 118 дом. Выше движения не находит давления отопления. Ну, я еще раз повторюсь, после запуска города будет произведена наладка.
давление у вас будет и перепад будет. Ну а вот сейчас там дети мерзнут, болеют. 7-й, 8-й, 9-й этаж холодно, как им быть? 7-й, 8-й этаж именно? А на первых этажах... 7-й, 8-й, 9-й этажи сейчас ну, вообще без отопления. У них прям холодно, нет ни воздуха, ни воды. Пока город не запустим, не сможем. Потерпите, пожалуйста. Потому что сейчас у нас уже подпитка более 500 тонн идет. Если мы сейчас будем давать расход и давление, мы просто все сети порвем. Очень много повреждений. Мы работаем сейчас на повреждениях. Буквально неделю подождите, нормализуется все. Спасибо за обращение. Маншук Маметова, 78, нет тепла и горячей воды. Скажите, пожалуйста, когда будет? Маншук Маметова? Там да. Там на углу. Там повреждение у вас. Там повреждение? Да. Давайте я буду называть адреса, вы сразу говорите, там повреждение или что? Хорошо. Сразу объяснение. Машхур Жусупа, 30. Повреждение. Вода еле теплая. Так. Маншук Маметова, 78, ответили повреждение, да? Машхур Жусупа, 61. Запишем, обследуем. Взяли на контроль. По всему городу повреждения. Почему все лето сидели и ничего не ремонтировали? Ну, ремонтируем мы круглый год, зимой, летом, и днем и ночью. Процент износа тепловых сетей в городе Кибастуза, да, 87. Угу. Звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Я тоже хотела узнать насчет тепла. Энергостроителей 17. Энергостроителей 17, да? 13. Энергостроитель 13. У вас, к сожалению, повреждения есть на проколе, на вашем доме. Когда будет? В течение 5 дней устранят. В течение пяти дней? Просто повреждений много по городу, но в течение 5 дней потерпите, устранят. Угу. Спасибо. Монетова 78. Ладинова, да? То же самое повреждение. Маншук Маметова, 78, новый дом. Да. Повреждение. До этого говорили. О повреждении. Да, возможно, здесь будет повторяться, но нужно будет каждому ответить. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, вы в эфире. У нас на энергетиков 40, вот сколько живем, как заселились в этот дом. Постоянно нету горячей воды. Мы неоднократно жаловались. Как только начинаем жаловаться, приезжают, делают замеры, и неожиданно появляется горячая вода. Мы сколько ходили в Акимат, там не закольцована трасса. Сколько поднимали этот вопрос, и бесполезно. Вот сейчас уже который день бежит прям еле-еле теплая вода. По вашему вопросу мы проедем, обследуем, посмотрим, хорошо? Это постоянно обследование идет, как только вот сейчас вот опять мы вам пожаловались, сейчас вы приедете, сделаете эти обследования, и опять будет горячая вода. Потом немножко поутихнет, и опять перестанет горячая вода бежать. Это каждый год, это вот каждый раз такое, вот сколько лет живем в этом доме, у нас восстановленный дом от ЖКХ. Как вас зовут? Меня зовут Елена, квартира 45. Елена, просто ваш дом именно концевой, именно последний получает именно горячую воду. Да, да, у нас закольцовано концевой, да. Но опять же, на но расход воды, расход воды маленький. Вот у вас по утрам не бывает, а вечером есть горячая вода, правильно? Так сейчас вечером нету, вот еле-еле теплая уже, который день лежит. Ну, вы должны понять, что сейчас запуск тепла идет. Запустить войдет. Угу. Вот. Ну, мы проедемся еще раз. Посмотрим, хорошо? Вот надеюсь, у вас я все... тому, что говорю, что вот приезжали, опять же, замеряли подогрев воды, что его нету, делали перерасчет. Сейчас опять же так это все сделают, все перерасчет приедут, там сканируют, что нету горячей воды. И вот она неожиданно появляется, эта горячая вода. Понимаете? Значит, это можно как-то... Оторвался. Ну, вы можете ответить. Ну, как я сказал, мы по данному адресу проедемся и посмотрим. Почему не предупредили людей, что перешли на Экибастуз теплоцентраль?
создали людям проблемы, жалуются. Объявление было, и в газете было, и в соцсетях было. Угу. Западная 54А, тоже не во всех подъездах есть отопление. Это как? Это тоже, конечно. Ну, видимо, в одном подъезде есть. Западная 54А. Обследуем. Взяли на контроль. Машхуже супа 135А. Повреждений нет, КСК не подключает. Повреждения. Повреждения, да? Да. Угу. 135А? Да. Нет, просто 135. Машхуже супа 135. А, 135? Ага. Там обследуем, точно не скажу. Почему на ТЭЦ требуется столько сотрудников? Такое впечатление, что некому работать. Низкая заработная плата. Согласно тарифной смете. Такой не будет. Ну, где не будет? Нет горячей воды и отопления. Молдогулова 77. Будет выше заработная плата. Юрий Александрович. Молдогулова 77. Нет отопления. И горячей воды. Обследуем. Энергетиков 116. Энергетиков 118. Нет давления. На 7, 8, 9 этажах. Дайте побольше. Будет больше заработок. Будет больше специалистов. Пожалуйста, отвечайте на вопросы. Это погромче. Почему тариф подняли с июля месяца? Ну, этот вопрос был уже. Нет, тариф наоборот сейчас снижен. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, девушка, я хочу узнать, почему половой 165А, 22, нет воды горячей и нет отопления. Угу. Кто ответит? Половой 161? 161? Не поняла вас. Алло, изла 161, да? 165А. 165А. Ну, это просто отвечали, что вы смотрите. Проедем, обследуем. Дом на контроле этот. Дом на контроле, проедем, обследуем. Не поняла вас. Дом на контроле, проедем, я обследую ваш дом. Хорошо? Хорошо. Ага. Я сам начал. А у изла 24 нет горячей воды и отопления. На контроле. Взяли на контроль. Почему в одной комнате есть отопление, а в других комнатах нет? Королеву 72. Наладка в доме. Надо провести налаженные работы внутри дома. Внутри дома у себя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, а когда начнут линейное отопление дадут? Какое у вас линейное? Четвертый линейный. Да? В течение двух дней. В течение двух дней. Хорошо. Спасибо. Строительная 32, квартира 39, нет отопления. Что скажете? Тоже все возьмем на контроль. Мамушеву 32. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, девушки. Я вот сейчас смотрю прямой эфир. Задавайте свой вопрос, да. Вот тут только вопрос по теплу. Да, у вас со мной тоже ответ, я смотрю. Проедем, посмотрим. А что делается за это время? Проедем, посмотрим, больше ответ у вас. Ну, нужно проехаться и посмотреть, как мы сейчас ответим вам. Надо посмотреть. Параметры снять. Уже зима, да, а у вас еще. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, мы слушаем. Я по нему садится Московская 78, квартира 39. У нас получается второй год, тоже самое. На первом этаже нету отопления. У нас отопление идет, с 9 этажа спускает воду, все проходит, а у нас почему-то холодный. До 2 этажа, с 9 по 2 этаж батареи более-менее теплые, 1 этаж вообще холодный. И еще вообще нету горячей воды. Горячая вода идет, в доме вообще резко нету. А тариф, получается, как бы подняли. И оплачивать, говорят, вовремя надо. Мы оплачиваем, а вообще никаких... Если
комплектов нету отопления, ни тепла нету, ни горячей воды. Дома очень холодно. По вашему дому только у вас проблема по квартире? По нашему дому получается именно, что батареи прям холодные-холодные именно в моей квартире. А в других квартирах? В других квартирах подача получается вверх с первого этажа по девятый этаж идет. У них теплые, более-менее теплые. До второго этажа более-менее теплые. Первый этаж вообще они холодные. И в прошлом году, в декабре, они вообще были ледяные. Сейчас то же самое возвращается. Они холодные, ничего не делают. У вас я звоню, мне сказали, что теплоцентраль отключил какой-то канал. Я звоню в теплоцентраль, лично сама ездила. Они сказали, ничего не отключали. И получается, звонить в ТСК. В ТСК дозвониться невозможно. Что будет 7? На других квартирах это нормально? Ненормально. Давай так сделаем. Вот как коллега мне сказал, что запустим сейчас в течение 5 дней весь город и проведем наладку по городу, хорошо? Чуть-чуть потерпите, пожалуйста. Все хорошо. Угу. Спасибо. Молдогулова 77, нет отопления и горячей воды. Молдогулова 77? 77. На контроль возьмем, ничего сказать сейчас не могу. Надо выехать, посмотреть. Угу. Ну, нужно будет погромче говорить. Это все-таки ваш ответ уже. Хорошо. Машхоржусу по 135 повреждений нет. Почему не подключают? Есть там повреждения по трассе. Уже это не первый раз задают вопрос. Повреждения есть, да? Есть там, да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, мы слушаем. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, когда будет на вызов 159 у нас отопление? А вызов 159. Да. А вызова 159. У вас холодно? Ну, естественно, холодно, у нас нет отопления. У меня уже трое детей болеют. Уже по третьему кругу. Я сама болею. После прямого эфира можем увидеться с вами, пройдемся, посмотрим, в чем проблема. Хорошо? Я проживаю по вызову 155. 159, а у этого 159. Я знаю, вторая девятиэтажка от ТОЦа. Знаю. Да. Знаю, проживал там. Спасибо. У нас нет отопления, потому что у нас дома есть отопление. Мы сегодня обследуем. Сегодня ваш адрес обследуют. В принципе, там проблема. Спасибо вам большое. Энергетика, вот залта, нахта жауап берсе дейді. Уақытын айтып, қашан жылу беретін. Серік Жасылова. Қазіргі уақытта жылу құбыры ақау болып отыр. Да осы 5 күн ішінде сол ақауды ауыстырамыз деп ойлаймыз. 5 күннен кейін? 5 күннен кейін, иә. 5 күннен кейін. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос. А не отключайте от прямого эфира. Я вот сейчас хочу задать вопрос. Да-да-да. Целое лето не только у нас по адресу, по городу не было горячей воды. 3 месяца. На Дюсенбайна 28 конкретно мы сидели все лето без горячей воды. Я вам открываться Америку не собираюсь. Я просто хочу задать вопрос. С чем вы занимались те 3 месяца? Резко похолодало на улице. Теперь вот эти все тепловики, инженеры, там сидят не глупые люди, мужики. По 20, по 30 лет опыта работы, теперь резко похолодало. Жареный петух, как говорится, в одно место клюнуло, у них ни хрена не готово. Мы с детьми, с поториками, дома мерзнем. Нету ни горячей воды уже вторые сутки на Дюсенбайна 28, я еще раз говорю. Это проблема всего города. Чем вы занимались 3 месяца? Ответьте, пожалуйста. Там все сидят люди образованные. Не глупые, не тупые люди, мужики. Еще раз говорю, со стажем работы. Стыд и позор. И нашему Акиму Адаму Кантарбаеву. Стыд и позор, еще раз говорю. Алло, девушка, мы вас попросим более лояльно задавать свой вопрос точечно, чтобы вам смогли специалисты ответить, хорошо? Мы понимаем ваши эмоции и настроение. Но сейчас вот специалисты ответят на ваш вопрос. Спасибо. Вопрос ясен. Будьте так добры. Дюсенбайна 28, нет ГВС? Да, Дюсенбайна 28. В течение двух дней дадим. В течение двух дней дадим.
Ага. Так, еще есть звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу частного сектора. Вот на 18-м Южном делали тепловые трубы, укладывали новые. Отрезали у них подачу, обратку, естественно, и уложили трубы. Кому-то они врезали потом, кому-то нет. И сейчас вот есть там люди, у которых подача не врезана в центральную трубу. Человек сидит, замерзает. Кто ему вот приедет и врежет? Многие там самостоятельно врезались. А вы уже устанете ждать, когда ТЭЦ приедет и доделает свою работу. Вот у меня вопрос. Сколько ждать, уже отопительный сезон начался, минусовая температура ночью, замерзает, он немощный человек, ему не один не живет. Подскажите, пожалуйста, конкретно адрес его. 18-й Южный, дом 18. Дом 18, да? Сосед вчера, рядом сосед, приварил, не вчера, позавчера, вызвал старщиков и самостоятельно врезался в эти новые трубы. Я родственница его, я хочу, вот предлагаю, давай мы сами сделаем, сколько ему замерзать нужно. Там еще воду эту вот отодвинули, которая по теплу лежала. Сейчас она в стороне, и непонятно, и воды может не будет. Нет. Я в курсе этого вопроса по 18-му Южному. Насчет воды не переживайте. Вода будет. По дому 18, завтра, послезавтра мы врежем потребителя. Ну, я надеюсь, что сделаете. 18-й Южный у нас на контроле. Человеку было нормально жить в этом доме. Спасибо. Спасибо за обращение. Объясните по поводу давления, почему не доходит до 7, 8, 9 этажа, энергетика 116, все 4 корпуса. Ну, насчет давления я еще раз повторюсь по поводу давления. Сейчас мы давление и параметры не можем увеличить в связи со многими повреждениями по городу. Более 100 повреждений. Как повреждение устраним, давление поднимем. Давление, расход, температура. А у УЗЛа 157. Отопление есть, но нет циркуляции в подъезде. В подъезде жарко, в КСК сказали, что ТЭЦ так подает. Ну как так может быть? В подъезде жарко, а в квартирах холодно. Как так может ТЭЦ подавать? Интересно прям. Там проблемы в доме. Угу. Алло, здравствуйте. А, мамка, давай. Салям отцова. Ай, там, блин, она и вас есть всех китайцев там. Беркимбаева 96. Что, сказали, что что-то там с обраткой. Беркимбаева 96. ТМ-7 у нас опять же. Рекожу тебе. Да, 96. Берете на контроль? Да, на контроль возьмем. Алло, здравствуйте. Алло, Сарамасова. Сарамасова. Сразу с такой уверенностью, Кили Фердес. А, да, да, блин, Чизовский, да, улица Чизовский, продам. А, тепло беременно, что беременно, беременно, что он идет. А вы звучите без А. Yeah. Серый часов. Ассаламу алейкум.
Сызына, Микин Жанзда, да. Жилу Хубуру Бойнша, Ахуалдар бар, Ахуалдар. Сына, теплый тұрған мен қазайдамыз, 2 күн ішінде, 3 күн ішінде бітіреді. Өйткені бізде қала бойынша ахуалар көп. Сондықтан кішкене шыдайтыңыздар. Я думаю, қолым мен құрылыста үйде. Бізде сол адрес бақылауда тұр. Жақсы? Жақсы. Акимат жағынан бақылауда тұр бізде. Сау болыңыз. Хорошо, Петя. Да, будете, вы уже крылья. Купас, вот это 37. Машхуржусупа 147. Отопления нет. Давайте по-быстрому, да, ответим. Машхуржусупа 147. Потому что время у нас ограничено. Машхуржусупа 147. Нет отопления. 147. На контроль возьмем, проверим, посмотрим. Королева 78. Подача. Горячие обратки нет. То же самое, у нас ТМ-7 проблемы сейчас, я же говорю, параметры не можем дать в связи с большими повреждениями. Повреждения устраним, дадим параметры, расход, температуру. Горняков 119А. У нас кеншевер, кеншевер повреждения. Повреждения. Почему на Ельгердина включили отопление и сразу отключили? Дома очень холодно. Повреждения уже с самого. Сейчас все же замочки. Понятно, повреждение. Так. Королёв 72. Было уже 82А. То же самое. Королёв? Да, Королёв 82А. Угу. Нет тепла, нет горячей воды. А вызов 159. Уже было только что. Обследовал сегодня. А вызова 24. Тоже обследуем. Машхуржусупа 147. Что было? Только что было. Только что говорили. Десятый северный. Так и не дали ответ. Десятый северный? А что там у них? Ну, видимо, тоже отопление. Тоже отопление. Отопление. Десятый северный. Угу. Ничего сказать не могу. Обследуем. Какой дом именно? Какой дом тут написано? Нет, не написано. 15-й южный. Когда будет отопление? Скажите, а ты сегодняшний день начался сейчас сектор? Погромче, да. Пожалуйста. С сегодняшнего дня только начали запуск частного сектора. До 10 октября всех подключим. Беркимбаева, 96. Беркимбаева, 96. Возьмем на контроль, проедем, выйдем. Посмотрим. Здесь дальше уже повторять. Западная, 54А. Со вчерашнего дня батареи холодные. Повреждения там. Строительная 96, нет тепла. Строительная 96, что там? Строительная 96? Боже, он ушел там. Ну, он ушел. 96. Московская 78. Потому что у него повреждения. Северный поселок замерзает. Трубы заменили, а толку нету. Летом воды нет постоянно. Как осень, отопления нет. Ну, сейчас мы только начали запускать. А воды какой нет у них? Горячей. Воды там у них горячей нету. Холодная, наверное. Холодная? Холодная, наверное. Ну, воды у них не бывает, когда поливной сезон начинается. Расход? Да, расход много очень. Бухар-Жирал 286Б. Нету горячей, нету отопления. Бухар-Жирал 286Б. Да? Угу. На контроль возьмем. Машхуржусупа 147. Был уже адрес. Да? В принципе, здесь адреса повторяются. Еще раз, Юрий Александрович, озвучите, где можно будет посмотреть список домов, вот которые вы только что говорили. Где будете публиковать? Ну, список мы опубликуем на интернет-ресурсе «Павлодарэнерго». Давайте последний звонок еще примем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, вы в эфире.
У нас получается один шлюз 19А, нет как отопления и горячей воды. Звонили в КРК, сказали, что как бы отопление подали, но параметры слабые. Сколько можно ждать? Ну, параметры я вам еще раз повторюсь. Сейчас в данный момент по городу больше 100 повреждений. В данный момент мы сейчас не можем ни дать ни расход, ни температуру. Как повреждения будут устранены, соответственно, проведем наладку после подключения города. Ну и будет у вас тепло. Сколько примерно ждать? Не ранее 10 октября. Спасибо. Уважаемые гости студии, благодарим вас за участие в прямом эфире. Я надеюсь, что наши телезрители и подписчики получили ответы, а список вы еще опубликуете, да? Да. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем свою работу. Всего доброго. Аман Хпенжидзесиик.